Поединки 1/16 Кубка Беларуси по футболу продолжаются. 5 сентября на площадке встретятся футбольные клубы «Островец» и «Минск». Сегодня сыграли «Крумкачи» и «Динамо Минск». Накануне матчи провели остальные клубы страны. На этой стадии нашу область представляли Светлогорский «Химик», Гомельский «Локомотив», Мозырская «Славия», Рижский «Спутник», Житковичский «Мелиоратор» и «Гомель». В следующую стадию Кубка страны прошли «Славия» и «Спутник». Мозыряне обыграли «Пинскую волну» 4-0, а представители «Речицы» были сильнее «Бобруйской Белшины» 3-2. «Химик» потерпел поражение от «Брестского Руха», «Локомотив» от «Слуцка» 0-2, «Мелиоратор» проиграл «Брестскому Динамо». Гомель на своей площадке встречался с «Шахтером». Солигорчане создавали больше моментов и реализовывали их. Зелено-белым же не хватило мастерства переломить исход игры в свою сторону. Открыл счет Архипов из «Шахтера» на 10-й минуте. На 55-й минуте второго тайма реализовал момент «Бодул» и увеличил отрыв гостей площадки. На 81-й минуте Юденков из «Гомеля» сократил разрыв. Игроки «Шахтера» не расслаблялись, и Ехшибой в дополнительное время оформил дубль. Итоговый счет 1-4. Сегодня мы знали, что соперник играл дополнительное время в Лиге Европы. Сил потеряет много. Но они себя достали, силы нашли. Мы старались им показать хороший футбол, играли в атакующие, мы не сидели. Мы играли в футбол против них. Но, видимо, у них исполнение оказалось чуть лучше, чем у нас сегодня.